Последнее приготовление перед заплывом. Поправить аксессуары, восстановить дыхание и психологически настроиться. На дорожке Антон Гусев, спасатель из Могилева. В МЧС пришел в 2010-м. Тогда же и завершил профессиональную карьеру пловца. Признается, нет нелюбимых стилей. В каждом добивался успеха. Будь то брас, баттерфляй или кроль. Плавание, оно дает физическое развитие. Легче переносится физическая нагрузка на пожарах, потому что и экипировка много весит, и работа интенсивная. Да и общее развитие, все мышцы развиваются. Бобруйск принимает областной чемпионат по плаванию среди сотрудников МЧС. В заявочном листе, помимо хозяев, сборные Шклова, Кировска, Осиповичи, Климович и Могилева. Всего около 100 спортсменов. Разделены они на 25 команд. Среди подразделений у нас своя большая спартакиада, в которой задействованы очень много видов спорта. Плавание один из них, проводится раз в год. Друг друга знаем, не первый раз выступаем, плюс-минус понимаем, кто на что готов. Заплывы проходят в вольном стиле. Для мужчин дистанция составляет 100 метров, 50 у женщин. Набранные баллы идут как в личный, так и общий зачет. Главное – показать быстрые секунды. Команды как бы разделяются на две подгруппы. Первая подгруппа – это где находятся большие отделы. Это город Бобруйск, Могилев. Все остальные отделы, которые, они как бы соревнуются в своей подгруппе. Ну, почему? Потому что у нас немножко побольше людей. По итогу чемпионата места в командном зачете распределяются следующим образом. Золотые и бронзовые награды уезжают в областной центр. Серебряные забирает Бобруйск. Лучшие пловцы войдут в состав сборной области и будут защищать честь региона на первенстве страны, которое пройдет в марте. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.